przyjemność. Харе Кришна. Вот. Сегодняшний спектакль, который мы вам покажем, называется «Дни Падаятры». «Дни Падаятры». Ясно, что для вас название, для многих название ни о чем не говорит, потому что название можно что угодно подставить. Вот. Но я как бы небольшое вступление сделаю. Собственно, этот спектакль не о конкретном событии, а он, наверное, о духе времен 90-х, когда вот сознание Кришны развивалось. Но, по сути дела, сознание Кришны всегда развивается. Вот. Мы вообще можем быть далеко до совершенства. Вот. Когда были какие-то, знаете, отчаянные поступки, вот такие какие-то подвиги, может быть, даже какой-то авантюризм. Вот. И одна компания преданных, ну, совершенно не зависит ни от каких командных структур, организовала на Украине Падаятру. То есть так получилось, что мне довелось участвовать в этой Падаятре. Это был совершенно, ты говорил, такой авантюрный шаг. То есть все знали, что за это никто и по головке не погладит, ничего не скажет, но преданные это сделали. Вот. И на протяжении всех этих лет я часто вспоминаю эту Падаятру, и все время хотелось прославить этих вайшнавов, потому что, ну, как-то это событие какой-то огласки, ну, хоть даже маломальской, не получило. Вот. И я раньше думал, как это сделать. Когда думал, может быть, написать. Ну, просто написать, чтобы это было рассказывать. Но как-то что-то, ну, не очень получалось. Вот. Потом подумал, это был бы хороший фильм, но мы этого не снимали. Видеокамеры у нас не было тогда, то есть они были, но у нас не было. Я подумал, что, ну, раз мы освоили хоть как-то театральное ремесло, то почему бы нам не сделать такой спектакль? И какая-то серия последних наших спектаклей, она вот несколько самолетных лет преданная, ну, некоторые из них увидели. И сегодняшний он как раз раскрывает лилы преданных наших с вами современников. Вот. Для Шрилы Гурудева специально, когда он приедет на фестиваль Гауранга в Карпаты, мы подготовили нашу программу, где будут лилы Господа Кришны, то есть, ну как вот, много актеров полноценно, вот. Да. Потому что, честно, мы не готовились выступать на Ресапуджи, это вот как-то так все получилось спонтанно и случайно, что вот мы оказались здесь. Вот. И поэтому, как бы, ну, то есть мы выступаем и вот показываем. Этот спектакль будет описывать первых 6 дней этой Падаятры. Вот, и потому что всегда нужно понимать, вот все зрители, они хотят понимать, сколько он еще продлится. Спектакль, да? Вот, сколько он еще продлится. И вот, для того, чтобы вы понимали, сколько останется, здесь будет перед каждым днем объявление. Первый день, раз, пошло действие. Второй день, ну, чтобы вы понимали, ага, осталось еще 4 дня, осталось 3 дня, осталось 2 дня, вот, уже последний день. Ну, чтобы вы понимали. Вот. Также частично наше действие будет переноситься на мониторы, которые слева от зрителей, вот они. Если вы вдруг видите, что здесь ничего особо не происходит, то поверните головы на мониторы. Вот. Там мы будем иногда пускать некий видеоряд. Действие, то, что я вам расскажу, иногда может быть показаться даже нереальным и в какой-то степени... Может быть, покажется какой-то степени реальным или даже, может быть, фантасмагоричным, но то, что я расскажу, это все было правдой, чтобы знали, как бы заранее. Все. Итак, спектакль «Дни Падаятры» Вайшнавского театра «Татва». Приятного вам просмотра. Мы начинаем. Yeah.
первый день мы сидели на колеснице и ждали, когда вынесут божества. Ускорить этот процесс было не в наших силах, и потому оставалось только ждать. Волнение нарастало с каждой минутой, потому что мы начинали совершенно новое для нас дело – подаяту. И, быть может, уже через 10 минут начнется харинама, и мы выдвинемся из села. Что будет ожидать нас в этом пути? Может быть, через несколько километров сломается наша колесница, и мы вернемся обратно. А быть может, через несколько недель захромает лошадь, которая тянет колесницу, и встанем мы в каком-нибудь забытом Богом селе. Что тогда? Или что самое страшное? Надоест мне это все! Соберу я свои вещи и вернусь в нормальную и, наверное, сытую жизнь. Нет, по селам мы, слава Богу, проповедовали много. Но делали это на машине, каждый день возвращаясь на какую-нибудь базу. Но теперь все по-другому. Колесница и лошадь. Колесница. На самом деле, это не что иное, как обычная бричка, купленная у цыган. Ее удлинили, с ней вставили деревянный короб и вместо него поставили деревянную платформу. 3 метра длиной и 1,5 шириной. В задней части этой платформы была будка. 1,5 на 1,5 и столько же в высоту. Это багажное отделение для вещей преданных. Это багажное отделение для замковой аппаратуры, нескольких прожекторов и наших вещей. Наших! Это 4 человек, которые решили начать первую на Украине подаяту. Еще один ожидался вечером, в первом на нашем селе пути. И несколько человек, ну как бы это вам сказать, из Днепропетровска, интересовались, как нам приехать. Так, будку эту накрывала крыша, которая выступала над предполагаемым алтарем и площадкой для кучера. Все это мы украсили простой резьбой по дереву. Как там приводчик успевает, да? Успевает. Я говорю мы, хотя на самом деле это делал некий Боря, местный кулибин. Он был плотником, сварщиком, столяром. В общем, мог многое. И что самое главное, был способен к нестандартным решениям. Что в нашей ситуации было крайне важно. Дело в том, что бюджет, предусмотренный для подаяток, имел много дыр. Денег на хорошее сухое дерево не хватало. И Боря предложил просто рубить посадки деревья и распускать их на доски. Вам же не на выставку эту колесницу. Подкрасите, пути дерево подсохнет, ну поведет немного. Что вам еще надо? Егерем в этой посадке все равно я разрешаю. И каждый день, вернее каждое утро, мы по милости Бори вместе с Нандо Бихари шли в посадку в лес. Валили деревья, пилили их на бревна по 1,5 метра, везли на тачке к Боре, где он распускал их на доски. Но, пожалуй, самым интересным было то, как у нас появились божества. Наш расчет был на фестивале Шри Джаганатха, Баладева и Субхадру из Днепропетровской Ятры. Каждый год они являли себя на празднике Радхаятры. Под них мы, собственно, и алтарь готовили, но ровно за день до начала, а именно 30 июня 1999 года, нам неожиданно отказали. Вот те раз. И что теперь? С этой новостью я приехал в село, на нашу базу подготовки. Немедленно все участники подаяты собрались и стали думать. Хотя, что тут думать? Божеств нет, и ожидать, что они явятся за день до начала, было напрасно. Я уже не помню всей логической цепочки наших рассуждений, но как-то мы стали обсуждать различные мурти Господа Джаганатхи.
был даже извлечен журнал Archer на английском, где было много фотографий божеств разных стран мира. Бурное наше обсуждение привлекло внимание Бори. Того самого, что строил колесницу. Он молча наблюдал за нами, пока не прозвучало слово «дерево» или «деревянный». Тут зрачки Бори расширились, и он сказал: «Простите, ну, он пытался быть вежливым. Вы сказали, дерево?» Зрачки стали еще шире. «Да, дерево. Разрешите полюбопытствовать?» Он взял в руки журнал и стал листать. «Есть у меня одно бревно! Хорошее, сухое, дуб! Как он забил посадки, а никуда не применил. Вот, допустим, эту форму я бы за час изготовил. Мы молча смотрели на Борю. Ведь мурки, Господи, делают потомственные мастера в процессе медитации долгого времени. А тут Боря! Но ведь не было другого выхода. И через полтора часа Туласика шила одежду для божеств, а ее подруга Алочка разрисовывала три деревянные фигурки. Времени у них была ночь и день до 4 часов. И вот теперь мы ждали явления этих божеств. Конечно, за этот день мы многое успели. Отремонтировали хомут, нашили скрую, сделали оглобли. Мы не нашли валов, как это обычно делают на классических подаятрах, индийских, европейских, и вместо валов решили использовать лошадь. Что еще? А! Докрасили колесницу? Конечно же, в розовый цвет. А когда увидели, что вышло не очень, то попросили Алочку, подругу Туласики, ну как ее украсить? Орнаментами, узорами. В этой суете прошел весь день. Стрелка часов медленно двигалась к 4. После этой отметки начиналось наше путешествие, в котором мы могли полагаться только на Кришну. Адвайта принес готовую сбрую. Мы запрягли лошадь-колесницу. Перед выходом надо было провести испытание этой конструкции. Лошадь, давно не бегавшая, при первой же команде рванула с места и понеслась по селу галопом. Представьте, розовая, цветочек-колесница несется по пыльной улице. От радости и адреналина мы с Адвайтой кричим и улюлюкаем. На этот шум выбегают все преданные. Нанда, Ваманарупа, Идрич, Туласика, Алочка. Алочка! А ведь ее не было! Господи! Мы ведь совсем забыли, что она сидела в колеснице и красила стены! Слава Богу, что она все еще сидела там, широкими от ужаса глазами и кисточкой в руке! Но, наконец-то, Нанда Бихари начал петь. Это означало, что сейчас вынесут божества. Они будут установлены, и с этого момента наше путешествие начнется. Впереди шел Адвайта, который нес Господа Джаганнатху. Вслед за ним Ваманарупа с Господом Баларамой и жена Адвайты Туласика, которая несла Сирисухату. Адвайта и Туласика не собирались ехать с нами, ну честно, из этих преданных у нас бы ничего не получилось. Адвайта Ачария, некогда главный типропитомский пуджари, стал проводить какие-то действия, мне особо непонятные, но следовало разуметь, что сейчас божества будут установлены. И через 10 минут Адвайта Ачария торжественно произнес. Он слез с колесницы и торжественно произнес: «Путь!» Мы тронулись под звуки киртана. Выбежала вся улица. Многие уже знали, что мы куда-то отправляемся. Какое-то путешествие. А точнее, приключение. На 2 месяца. К морю. Конечно же, все желали нам удачи. Киртан в исполнении 4 человек.
на фоні в розовий цвіточок колісниці. Наша процесія весьма успішно і громко пройшла по вулиці і свернула к виходу із села. І прямо на виході остановилась. Лошадь стала як вкопаная, совершенно не желаючи дальше. Никакие уговоры, мольбы и другие способы легко обмануть животное не помогали. Примечательно, что Киртон при этом не останавливался. И только самое последнее средство. Выломанная лозина хлыст работали четко и эффективно. Лошадь пошла и даже первые 50 метров пробежала. Но зевать нельзя было все равно. Вслед за поворотом начинался резкий спуск, а мы без тормоза. В старой цыганской сбруе отсутствовала весьма важная деталь – нарывки, которая выполняла функции тормоза. Что там переводчик успевает, нет? Успевает? Это что? Которая выполняла функции тормоза. Мгновенно все участники подряды оказались спереди колесницы и стали тормозить, упираясь в землю ногами. Примечательно, что Киртон при этом не останавливался. Вслед за резким спуском начинался крутой подъем. И тут мы уже толкали колесницу сзади, помогая лошади. Конечно же, под Киртоном. И вот достигли первой цели – трасса. Нам добегали, два лета провел на европейской подаяты. Он знал, как ее надо проводить, но на европейской подаяты. По дороге идет колесница в сопровождении коренавы. Все поют, танцуют, проезжающие мимо машины останавливаются. Люди из них приветливо машут рукой, к ним подбегают санкиртанчики и распространяют очень много книг. Но это на европейской подаяты. Но это ведь Украина! Васильковский район. Кто-нибудь из вас знает, где граница Васильковского и Синельниковского района? Вот один человек. Вот-вот, где-то там. И вот представьте себя жителем Синельниковского района в 1999 году. Едем на своем бэушном 83-го года по Сате, по трассе Днепропетровск, не знаю, где она там заканчивается, и вдруг видите... розовую цветочек-колесницу, которая тянет по жаре лошадь, а перед ней поют и танцуют с барабанными тарелками четыре человека в розовых простынях. Вы от удивления останавливаетесь, и вдруг один из них подбегает к вашей машине с книгами в руках. Что вы будете делать? Только бегство! Итак, все машины. За 2,5 часа одна книга. Как это все выглядит? Нам добегали, поется аккордеоном. Идрич играет на мриданге. А мама Нарупа распространяет книги. Я кучер. Кто на коротало? Слава Богу, что одна эта чаря предусмотрела эту ситуацию и сшил такие, знаете, коротенькие поводья. Я не знаю, что Да, я прицепил их кустечки, продел через руку, взял в руки каратал и стал играть, повел лошадь, а она потянула колесницу. Вот так пели и тянули. И жутко с непривычки устали. Жара и стена. В Катериновке мы должны были повернуть к Нововасильковке. 2 километра еще. И я не смело предложил просто проехать остаток пути на колеснице, рысью и бессмертным. Все согласились. Да и опаздывали порядком, уже было почти 8. А начало все. Шансов, что кто-то нас ждет, было 0. Мы запрыгнули четвером на колеснице и погнали рысью. Когда влетели в село, спрыгнули с колесницы и стали петь, приглашая людей на фестиваль. У клуба собралось все село. Между колесницей и каким-то деревом мы натянули веревку, на которую повесили понос с изображением Господа Чайтанья Нитянанды, а рядом еще один понос с текстом Хари Кришна Махамантры. И получилась сцена! Впереди мы поставили 4 разноцветных прожектора и колонки. Для села в 99-м году это было мега круто. Вот что и был опытен в проведении сельских фестивалей, так это мы. Буквально за год до этих событий мы провели уже 64 фестиваля, но только на Западной Украине. Вот тогда, правда, ездили на машине. Наша программа состояла.
наша программа состояла? Из баджанов, пантомимы, индийских танцев и шоу группы «Ананда». Лично я показывал пантомиму «Реинкарнация». Вообще вся программа «Ананда Бихари», потому что он занимался отчаянной проповедью гораздо дольше любого из нас, 94 года. Он предложил мне освоить пантомиму. Ведь совсем немного я занимался в театральной пластической студии. В общем, ну почти все так же, как и было. Только вот туфли, длинные рукава и перчатки каждый день вымазывались, поэтому мы строительные использовали. В принципе, сюжет пантомимы прост. Человек рождается, живет, как это по-русски живет. И, конечно, в конце своей жизни умирает. Потом рождается опять. Допустим, 30. Снова умирает и так далее. Во время пандемии, во время диких танцев появился левый пигмар. И нас стало пятеро. Мы танцующие и поющие село под шоу группа «Ананда». После концерта радостные селяне научили нас правильно запрягать, показали хорошее место для ночлега за посадкой и разошлись. Но мы набрались в посадке, разбили лагерь, назначили очередной дежурство по лагерю и завалились спать прямо под открытым небом в траве. Во второй день мы проснулись среди степной травы, под пение птицы, вдыхая полной грудью воздух, наполненный ароматами диких цветов и растений. Пожалуйста, преданные, возьмите, заберите детей. Пожалуйста. Лошадь забралась на поле с овсом и с удовольствием ела свое любимое лакомство. Надо было ее срочно выгонять, покуда это не увидали хозяева поля. А еще это животное нужно было поить и найти кузнеца, который бы ее подковал. Да и вообще проблем хватало, но продовольствие и лошадь были главными из них. Но все эти проблемы никак не омрачали радости от успешного начала. Радости от предстоящих приключений и чувства свободы. Отныне мы могли ехать куда угодно. Нам не надо было для этого деньги или даже бензин. Чистый воздух, красивая природа. Сельский ставок 50 метров. Мы напоили лошадь и приняли омовение. Тут бы и службу провести, но чувство голода требовало жертв. Мы не ели со вчерашнего утра. Да и последний наш просад состоял из обычной пшенки, даже без масла. И сегодня Девоки Кумар нам пообещал и овощи, и масло, и даже немного молока. Не вдохновляли его 5 пачек пшенки наших продовольственных запасов. Он взял сумки, которые были, и потопал в село. И через полчаса принес нам и овощи, и масло, и даже немного молока. И это несмотря на то, что полночи дежурил, охраняя лагерь. Моей же проблемой с утра была лошадь. Вообще она стала ключевой фигурой, потому что ее нужно было постоянно поить, давать ей овес, запрягать, распрягать, заботиться о ее копытах. По уму мы должны были подковать лаз. Но где найти кузнеца? Они перевелись. Трактора и комбайны вытеснили волок у лошадей. Но, по словам селян, в соседнем селе якобы был с детства и даже двое. Только один из них был цыган. А с этим народом мы в последнее время стали слишком много общаться.
Купили у них то, что потом стало колесницей, а еще лошадь. Как же эту лошадь в свое время было трудно найти? Я объездил на велосипеде по близлежащим селам 2 дня, но так ничего и не нашел. Но, по словам одного мужичка в разборах, у Вовки Цыгана якобы была кобылка на продажу. Вовка Цыган сидел на траве рядом со своей калиткой. Над ним на огромном дереве висел большой фанерный щит, на котором краской от руки было написано... Подождите, это надо написать. Куплю металл. Классические цыганские огромные сусы и щетина не оставляли никаких сомнений в том, что я обратился по адресу. Добрый день. Вы Владимир? Так официально к цыганам, вероятно, еще никто не обращался. Я. Вы продаете лошадь? Продаю. И тут цыган пристально посмотрел на меня. Точно так, правительство. Я заметил, что все астрологи, да и нумерологи точно так же смотрят. Да ведь тебе не лошадь. И все это вообще показалось мистической. Я подумал, что, а вдруг сейчас он станет говорить о каких-то моих анархах. У меня есть хорошие много, но мне нужна лошадь. Еще 5 минут он уговаривал меня вместо лошади купить мак или купить лошадь вместе с маком. И только потом показал на своем огороде ее. Это был как удар молнии, как паралич. На цыганском огороде среди кустов мака стояла большая, красивая и благородная лошадь. Все, что потом говорил цыган, было как во сне. $200! Ей 6! Нет! 4 года! Зовут Лыска! Не помню, как я вернулся в наше село, как рассказал Нанде про лошадь. Мы взяли все свои деньги. И вернулись опять в раздоры. Нанда так же влюбился в Лыску с первого взгляда. Цыгане делают из заключения сделки целую церемонию. Они долго рассказывали нам о том, что они тоже из Индии, и что тоже очень духовны, и только потому, что мы несем большое благо людям, продают нам так дешево! Такую прекрасную 4-летнюю лошадь! Потом выяснилось, что и не меньше 10. Нам рассказал об этом специалист конзавода. И после часа общения с цыганами мы вместе с Лыской вышли за ворота. Что с ней делать? Нам, городским жителям, было непонятно. Но постепенно мои казахские корни и гуны взяли верх, и я стал быстро осваивать упущенные за долгие годы безлошадной жизни навыки. И буквально через неделю уже летал на ней без седла. И еще по дороге назад мы решили переименовать ее в Ласси. Мы звали Лыска, переименовали в Ласси. Потом, когда у нее родилась дочь, по этой традиции мы назвали это существо Райдер. Проездив верхом 2 села, я так и не нашел кузнеца. Удалось только почистить ей копыта. Кстати, я вам скажу, совершенно адреналиновая операция. Ты держишь здоровую лошадь за ногу, а какой-то мужик огромным ножом посещает ей стрелку.
Лошадь при этом брыкается и норовит этим копытом тебя куда-нибудь припечатать. Нам порекомендовали как можно меньше гонять лоси по асфальту. Что тут скажешь? Ну, по крайней мере, покуда я не подкуел. Что тут скажешь? Наш план дневных хоринам по трассе накрывался медным тазом. С этой мыслью я вернулся в лагерь. Там шел дождь. Преданные сидели под колесницей и ели просад. Они успели провести службу, опроповедовать местным философам и разыграть полный шкаф садной ласи. Услышав об ограничении ходьбы по трассе, Нанда неожиданно обрадовалась. Если честно, то петь на пустой трассе для деревьев меня ни капли не вдохновляет. Давайте в селах петь и так приглашать людей на фестиваль. Мы быстро собрались, запрягли лошадь, сверли по карте маршрут, запрыгнули в пятером на колесницу и покатили в Богдановку. Лася бежала рысью. Дорога после дождика была мягкой для копыт. Нас окружал невероятной красоты пейзаж из деревьев, оврагов и полей. И на мгновение мне представилось, что мы махновцы на тачах. Только у них, кстати, стоял пулемет «Максим», и они боролись, да, наверное, со всеми на тот момент. Красными, белыми, немцами. У нас же сзади в колеснице лежала физгармонь и меридан. Это тоже было, знаете, такое трансцендентное оружие. И это тоже был вызов всему миру. Армию Махно никто не признавал. Нас тоже не было ни в одном списке даже нашей организации. Мы не проводили собраний, не строили планов, не сделали отчетов. Просто взяли и поехали. Перед Богдановкой простирался невероятной красоты ставок, окруженный деревьями. Мы искупались в этом ставке и стали собираться на хоринам. Заночевать также было решено здесь. Теперь нас стало больше. Нанда Бихари пел, Баманару по Индрич играли на барабане и каратала, а Деваки Кумар приглашал. Харинама было настолько мощное и вдохновляющее, что сразу же из первого дома выбежал мужчина с бутылем молока. Он поставил этот бутыль к нам на колесницу и еще долго махал вслед рукой. Из других домов тоже выбегали люди, его по примеру, с молоком. И через 100 метров мы были заставлены молоком и сметаной. За динар сбежало человек 40 сельских детей. Они танцевали, танцевали, пытались подпевать и приглашали других детей. Так что на подходе к клубу нас было уже человек 100. Встречавший нас заведующий клубом улыбался. Он открыл дверь, приглашая нас вовнутрь. И мы стали затаскивать туда нашу самодельную аппаратуру и готовиться к фестивалю. Селяне принесли невероятное количество молока, овощей и другой пхоги. Фестиваль начался. Центром всего нашего концерта была... шоу Нанда Бихари. Вообще, остальное только в какой-то степени дополняло группу Ананда. Группа Ананда – это поющий по минусовке Нанда и мы, потанцовывающие ему и заводящие людей. Если бы вы только побывали на этом концерте, вот честно, все, что вы знаете про Хилтон и Хариболы, ничего не имеет общего с тем, что проходило на этих сельских фестивалях. Весь народ танцует, водит паровозики. Все – это значит все, то есть дети, бабушки, взрослые. Нанда Бихари назвал такое днем рождения Бани Махараджи. То есть тир с бешеным фильтром на низших адских планетах. Настолько эмоций. Мы танцевали с ними в обнимку. Одним кислот и легаром. Но никто не обращал на это внимания. Песня за песней. Киртаны, марша под разные мелодии, текстовые песни. И промежут как вместо песни. Нанда Бихари еще больше пытается завести народ. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Потом он всех кричал так, людям, зрителям, а теперь в этом месте мы повторим нашу любимую песню на 3-4. Вы готовы? Так, чтобы мы...
внимание в селе! Вы готовы? Весело смеялись, шутили. На небе была полная луна, много звезд. На другом берегу Ставка горел костер и веселилась молодежь. Так мы и уснули. Третий день был жарким с самого утра. На небе не облачко. Утомленные полным эмоций вчерашним днем, мы встали не раньше 8. Да и тот же. И первое, что обнаружили, так это скисшее за ночь все пожертвованное молоко. У нас стало 20 литров первоклассного кисляка. Жара в степи в июле невыносима. На трассе плавится асфальт. Пот заливал глаза. Нашим спасением был ставок и тень деревьев. Так бы просидеть до вечера, но надо готовить обед. Идти в следующее село договариваться за фестиваль. Забрать мешок сахара, который пожертвовал тогда еще существующий колхоз. Все в этот день было как в тумане. И джампа, и служба, и все остальное. Когда приготовили обед, собственного аппетита не было, потому что весь день спасали молочку. Поклевали дверь. Динаки Кумар зачем-то потопал в село. Вернулся с банкой сметаны. Пожертвовали. Принеси он ее днем раньше, его бы на руках носили, а тут даже внимания никто не обратил. И только лошадь присутствовали и ела траву, как будто ее год не кормили. Бывало так, что селяне иногда приносили нам торты. Знаете, так искренне приносили, с благодарностью. Отказать им нельзя было, обидеться. И эти торты ела наша лошадь. Много ли вы знаете лошадей, которые ели торты? Во время июльской жары иногда думаешь о феврале. А когда лютует февраль, вспоминаешь летний зной. Вот она двойственность этого мира. Никогда не будет хорошо. Есть мы не захотели ни в 4, ни в 5, ни в 6, когда покатили в следующее село, Богданово. Пришлось несколько километров идти по асфальту. Для того, чтобы не мешать движению, мы сошли на обочину. А там много мелких камней и щебня. Это убийство для копыт Васи, тем более, что ей нужно было тянуть огромную колесницу.
которые от пожертвованной пхоги стало еще тяжелее, и на очередном подъеме лошадь встала, как вкопанная. Ничего не помогало. Ни угрозы, ни хлысты. Баба Нарупа даже достал ведро в сад, надеясь, что лошадь пойдет за ним. Но как пример, решила Прабхупада проросла. Прошли так метров 50, а потом все же толкали колесницу на гору сами. Вот еще одна забавная картина для водителя. Четыре человека в розовых простынях толкают розовую опричку карету на гору, а лошадь идет за ними. Но, наконец-то, поворот на Богдановку. Еще немного асфальта и грунтовка. Мы залетели пятером на колесницу и погнали рысью. И опять это чисто украинские пейзажи. И опять воображение мне нарисовало махновцев на Тачанке. Ведь это были как раз их края. И я, знаете, даже представил, что, ну так, просто, знаете, вдруг воображение включилось. А вдруг бы мы встретились с самим батьком. Ну вдруг вот так вот, раз он появился. И сказал бы нам наверняка батюшка. Вы кто такие? Что робите тут у нас? Что это у вас за одежды? Мы преданные Господа Кришны. На чого протоки? А ну, хлопці, перевірте, чи є в них зброя, оружие? Нема, батьку, перевіряли, ответили бы хлопці. А що ви без оружия, зброї питаєтесь? Типа не знаєте, що за времена сейчас? А вот наше оружие. И мы бы показали ему книги и наши музыкальные инструменты. А зачем же вы ездите тогда? А мы хотим всех людей сделать счастливыми. Много кто хотел, я и сам хочу. Вот потому мы и воюем. А вы как хотите. Как завещал вам Господь Чайтанья, всемилостивейшее воплощение, избавить мир и сердце человека от страданий могут только святые имена Господа Хари. И потому мы, следуя стопам Господа Чайтанья и всех ачарий нашей парампары и непосредственно Шрилы Прабхупады, призываем всех петь Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! 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 Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Куда нам теперь? А! Эта реплика меня разбудила. Мы были около Ивановки. Ивановка – это небольшое село рядом с центром Васильков. Ну, начнем, сказал нам. И опять, Харинама, мы идем по селу, громко поем, выбегают люди, мы приглашаем их на фестиваль, они обсуждают это между собой, смотрят на свет, мы идем по другим селам, приезжаем назад к магазину, разворачиваем колесницу, вешаем панно, достаем музыкальные инструменты, эти как идут люди, несут с собой табуретки, стулья, лавочки, приезжает молодежь на мопедах и мотоциклах, мы начинаем программу, стоят баджаны, потом идет короткая, но простая лекция, потом идет пантомима и, наконец, индийские танцы. Стоп! Индийские танцы. Кто их танцует? Нас же 5 человек брахмачари. Открою вам небольшой секрет. Танцевал их я. Что-то год за этих событий нам Дабихари вдохновил некого Дамодара обучиться нескольким индийским танцам. Дамодар отправился к Сергею Журавлеву, известному танцору в Украине индийских танцев, и изучил. Но к 99 году эмигрировал в Израиль. Эту вакансию было предложено занять мне. Пришлось брать уроки индийских танцев у одной танцовщицы в Днепропетровске. Конечно, как-то нужно было переступить психологический барьер. Ведь для многих людей это шок. У меня было такое, знаете, как желтое с красным дхоти и такой, знаете, блестящий с окантовкой пояс. И четкие вместо... Ну, нужно было какой-то... Буквально каждый выход был для меня шоком. Я танцевал и отчитывал секунды до конца танца. И казалось, что все смеются и тычут пальцем. Я ведь людей не видел, мне глаза прожектора светили. Единственное,
начинал с пантомима, и здесь я уже был тем, кто есть. И вот там опять, нас допекали танцующие, поющие дети, мужики с перегаром, хороводы, благодарность селян в виде молока, овощей и другой кофе. Село так заводило, что после фестиваля еще долго не могло прийти в себя. Они требовали продолжения. Но у нас ведь тоже был предел ресурсов, и мы отказывали. И тогда они доставали колонки и начинали дискотеку. Такое было буквально везде. И самой слушаемой группой в те времена в селах в 99-м году была группа, кто скажет? Руки вверх. Вот где вся молодость проходила. А их, они звучали везде, из кафе, магазинов, дискотек, из машин, домов. И вот сейчас, когда мы набирали воду у колодца, эта песня орала на все село. Каждый вечер и ночь перед фестивалем мы у колодца набирали воду на следующий день. Для того, чтобы приготовить обед, для того, чтобы напоить лошадь и часто даже для омовения. Большое количество полуторалитровых бутылок. И вот как только мы стали набирать воду, местный диджей в клубе поставил группу «Руки вверх». И цель диджея была, чтобы эту песню слушало все село. То есть эта дискотека стимулировала нас двигаться быстрее у колодца для того, чтобы оставить ну хоть какое-то количество клеток мозга живыми. И достичь нашей конечной цели – тишины и спокойного сна. Мы быстро закупорили последнюю бутылку и ломали листья в нашей стоянке! Песня звучала все тише и тише, и, наконец, смог. Стоянка была воистину прекрасна. На изгибе реки песчаный пляж, окруженный деревьями. Полная луна, много звезд на небе, пение сверчков. Источник вечного наслаждения была даже подобная регистрация. Мы готовились ко сну в отношении приятных сновидений. Распрягли лошадь, напоили ее у реки. Кто-то накатил на солнце ночью слегка. Чудная летняя ночь! И вдруг шум машины и свет фар! На пляж выкатила копейка, битком набитая местной молодежью! Я выбежал какой-то парень, и было видно, что луна, звезды, сверчки, река, произведение. Он поднял руки вверх и закричал «Кай!» И из машины зазвучала группа «Руки вверх!» Успокоились они к 2 часам ночи. Thank you.